я разве здесь сохранялся? Привет всем любителям видеоигр, с вами Hedgehog Incorporator, Бенджер, собственной персоной, и мы проходим Shadow Warrior 2. В принципе, все. Давайте пойдем. Да пройдем. Сегодня, наверное. Все. Новая беседа. Удерживайте Е, чтобы начать. Окей. Да чего же чудесный день. Сначала я объясняю, что мои родные, которых я никогда не знала, куча эгоистичных потусторонних психов, а теперь меня ждет встреча с боссом, который меня предал и убил моего учителя. Сама жалость для слабаков нас ждет работенка. Она и тебя подставила? Да, конечно, но Зила бизнесмен. Он предсказуем, но и с этим можно работать. А вот Амиона совсем другое дело. Нет никого опаснее тех, кому уже нечего терять. Зила проводил биологические эксперименты на людях. На мне! Он чудовище! Да, но чудовище не лишенное логики. Да, это уж утешает. Вся соль в мелочах. Ох. Вы тоже это видите? Я вроде своей вебки никогда не закрываю камеру. Ой, блядь, это не камеру. Я вроде своей вебкой никогда не закрываю карту. Это будет больно. Это как удар по яйцам. Я вам отвечаю. Да я не то хотел, да серьезно. Ну ладно. Так, ладно, мы сейчас попробуем успокоить ваши души, а то вчера не пойми, что было. Он что, упал? Он упал? Он серьезно упал? Он серьезно упал? Он упал, он упал. А, или нет? Или он не упал? А! Он куда-то улетел. Слышь, чуваки, ну давайте. Давайте вот. Дай. Че? Че у нас там что-то было? Я видел что-то. Так, это у нас субстанция магии ускорения. Нахер нам. Нам она нахер не сдалась. Мы ищем. О, в энциклопедии. Новая запись. Отлично, мы ее читать не будем. В жопу в энциклопедию. Ага. Тут у нас сборище. Там робот. Вот так, двоих успеем убить. О, да. Резилтор ZL240, блин, он же этот, уходи, Бэнк, уходи, тебе там делать нечего. Ну да, разрыватель Зилы. Так, еще нам бы прокачать шипы, конечно, не мешало, у нас же есть там очки навыков. Больно. Меня что-то бьют сильно. Сильно бьют. Надо бы спрятаться. Да не тут же. Ой, а как мне обратно? Как мне обратно забраться? Ребят. О, вот, шикарно. Вы там сами там разберитесь, ладно? Так, ну, надеюсь, вас я разрезал, да? Я вас разрезал? Шикарно! Шикарно. Может чем-нибудь... Типа пистолет походит? Не знаю. Он вроде мощный. Вот тебя он да сколько убьет. Да вообще не убьет. Ну и хрен с тобой. Возьмем дробовик. Дробовик самое мощное оружие здесь. Нет ничего лучше свежей обоймы. Это да. Обоймы мне никогда не помешает, потому что, ну, просто потому что. You got wing. А, там же внутри люди находятся. Так, хорошо.
Похоже, это не твой месяц. Отлично. Мы полностью подхилились даже. Так, это вообще что такое? Что ты меня тут кидаешь со своими ногами? Да блин, у меня патроны закончились. Это плохо, это плохо на самом деле. Плохо, что у меня кончаются патроны, а мы даже не у босса. Слышь, ты вроде как станется должен, не знаю, нет? Я тебя убивать должен. Да блин, бесполезная хрень. О, да. Оу, е. Оу, бой. Нам нужны навыки. У нас три очка навыка. А-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Где? Где они? Где? Мне нужен шипы, 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 шипы. Где шипы? Где шипы? Мне нужны шипы. Шипы. Где они? Из-под земли. Шипы, из-под земли. Шипы. Где вы? А, серьезно, где они? Эй. Так. Да нет, они точно не тут. Где тут X? Где они? Где тут X нажать? Вот, захват тьмы. Призывай демонические шипы из самых глубин мира. О, да. Так. И, сука, одного очка не хватило. Одного очка не хватило. Это хорошо. Это радует. Что-то как-то это не взрывается, а пердит как-то. Серьезно, это пердежная ракета. Это пердежная ракета. Да. Ну что, потолкуем с нервным дровосеком? Да, я сейчас тебя нежненько вот так вот... Что сделаю? Нежненько. Тебя приласкаю, как кисточкой по телу. Мягенько такой. Такой упругенькой кисточкой. Так. Ладно. Пора хилиться. Время хилиться. Неужели вообще ни на кого эти шипы вообще не действуют? Как? Какого хрена? Давай, держите. Шикарно, я умер. Как я умер? Зачем я умер? Кто меня убил? Я не понимаю. Это какая-то бессмыслица на самом деле. Я вам отвечаю. У меня жизни просто вот... Просто за раз, как будто высосали их. Просто так причмокивая, высосали мои гребаные жизни. Что мне делать? Одного удара прям не хватило, а? Подобраться сюда может оказаться. Или может позвонить Сину и заставить его открыть дверь? Или же я сделаю так, и так, и так. Эй, Син! Банк слушает. Эй, это были мои слова. Хороший актер, берут взаймы актерские, великие актеры. Да? Можешь помочь мне проникнуть в здание? Я оставил свои ключи в других штанах. У тебя есть другие штаны? Шикуешь. Ладно, дай мне одну. Готово. Спасибо, приятель. Всегда находишь делом с головой. Тебе повезло, что у меня есть чувство юмора. Так, что-то я взял. Я что-то взял и даже не посмотрел, что. Event is a terrible thing to waste. Oh, waste. Это пустошь. Oh, bank — это ужасная вещь. Как пустошь. Bank — это ужасная вещь, как пустошь. Что за бред? Что за бред? У меня оружие дальновое. Что это у нас? Цвайхендер. Нет, неправильно. Цвайхендер! Цвайхенда! Цвайхенда! Так вот правильно. Он нам не нужен, потому что он слабый.
не слабый, он, у него маленький урон. Очень маленький урон. Он мне не нравится. Мне нравится мой минигенчик. А вот это мне не нравится и подавно. Потому что... Тут что-то стрёмное на самом деле. На самом деле, как-то реально стрёмно. Пойдем. Нет, босс. Босс, вы издеваетесь? Вы давно издеваетесь? Здесь босс. А, смотри, ты там. Хоть представляешь, как странно меня видеть себя такой. Видеть 9-метрового монстра, даже не... Я даже тебе немного завидую. Нельзя скорее терять ни минуты. Туда можно пройти только через кабинет Зилла. Нам нужна ключ-карта. В свое время я тут часто зависала, сладкий. Черт, я сказала совсем как ты, да? Типа того, больше никогда так не делай. Обещаю. У нее неплохая задница. Но меня смущает, что там что-то болтается между ней. Я не верю, что это камень на самом деле. Та-та-та-та-та. Та-та-та. Мне нужно в кабинет Зилы. И как туда пробраться? Здесь? Здесь? Здесь, да? Да, здесь, я правильно думаю. Да бесполезно, ребят, бесполезно. Я вас убью. Блин! Нет, я вас не убью. На самом деле. На самом деле у меня это не получится, потому что... Я опять, сука, сделал выпад вместо раскрутки долбанной. Почему он не делает долбанную раскрутку? Я не нажимаю W. Я нажимаю S. Я нажимаю D. А... Так, мне показывают, почему-то тебя надо убить. Ну ладно, тебя убьем. Ну, теперь тебя убьем. Будем следовать плану. Потому что, если мы не будем следовать плану... А что тогда будет? Будет все очень плохо. Прыжок! Мне нравятся эти лифты. На самом деле. Мне очень-очень нравятся. Так, это у нас... Зилла. Ловэнг. Да-то я думал, у вас таки запахло комиксами и лосьоном для рук. Наша прошлая встреча, ты потерял руку, Зилла. Не советую снова испытывать мое терпение. О, я мечтал, не смел. Куда старикану вроде меня тягаться с могучим Ловэнгом? Но мне интересно, зачем ты здесь? Почему ты пришел за этим чудищем? Похоже, мне она нужна всем вокруг. Откуда пришел Ловэнг? Ей уже не помочь. Когда-то эта бедняжка была самым великим моим достижением, но вы, похоже, мне необходимости мне нет необходимой внутренней силы. Еще один труп, брошенный на жернова прогресса. Прогресс требует жертв. Конечно, но тебе их выбирать. Я последний и лучший из надежд человечества. Только я стою между нами и забвением. Мои методы могут показаться безрассудными, но уверяю тебя, в данных обстоятельствах по-другому никак. Отлично, скажешь, за лопатой для разгребания трупа. Но когда врата падут, солдаты из проекта Надежды станут единственным нашим спасением. Ты и сам мог бы стать превосходным кандидатом на эту роль. Да, возможно, ты излишне упрям, но у тебя есть ЦИ-чип, способный это исправить. Только через мой труп. Ну, если настаиваешь. Что-то мой голос как-то начал звенеть, либо мне это так кажется. Серьезно. Вы это серьезно. Я вообще уровня на нашу. Механоид Зилла. Ат-та-та-ра-та-та-ра. Я два раза попал под ним. Охренеть, они дамажат. Пиздец, на самом деле. Так, это бесполезная хрень. Это на дальних дистанциях тоже бесполезно. Вот может... Три ракеты. Серьезно?
Ой-ой-ой, а там что-то у нас... Что-то как-то все очень... Плохо. Да. Да, что у нас? У нас вообще ничего нет. У нас остался только наш меч. И пистолет. Он что-то там говорит. Будем бегать, будем убивать его, стараться. Стараться не попадаться под его руки. Я чувствую себя как-то не очень. Я похож на... Макри. Что? В смысле? Это нечестно, эй! Я же не умирал. Думаю, ему больно, когда я ему по яйцам стреляю. И мы уже треть сняли. Это достаточно... Блять, я хотел сказать весело, но это нихера не весело. Серьезно. Скажи, скучный босс. Чё, ну блин, это, как её... Амиона, блять, Амиона, сука. Ну, баба в голове, как ее? Да я ее имя даже не запомнил. Она нахрен никому не сдалась. Тут вообще не запоминающийся персонаж. Мне только Амиона из всех понравилась. В общем, Камико, во, Камико. Только Камико здесь нормально выглядела. Выглядела. Да блин, он опять... Ну серьезно. Он издевается надо мной. Тут есть восполнитель боезапасов, а? Щиты дают эти чертовы роботы. Попробуй еще попади по ним, они бесят меня конкретно. Блин, где мой пистолет? Где пистолет? Я не хочу, я хочу пистолет. Я хочу чертов пистолет. Вот он. Единственное годное оружие. Мощное. На данный момент. Тут есть много моментов. А, я его еще дробовиком пистол, да. Выстрела делаем, потом по 4. А, по 4 выстрела. Перезаряжаем. Раз, два, три, 4. Перезаряжаем. Раз, два, три, 4. Перезаряжаем. А, как весело-то. Раз, два, три, 4. Перезаряжаем. 1, 2, 3, 4. Перезаряжаем. 1, 2, 3, 4. Перезаряжаем. Ични Санси, перезаряжаем. Блин, я больше никакой язык не знаю. Я по-французски так и не выучил, как считать там, до 20 хотя бы. Да посмотрите, мы его почти убили вот так, серьезно. Он что-нибудь новое придумает. Та-т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 а
Может, каким-нибудь другим оружием? Не знаю, попробую. Ну, в жопу. Мне и пистолетом надо. Там еще и Камико будет стопудово. Так, раз. Вау, тут подохни ты, слышь. Вот так. Раз, два, три, четыре. Ну ладно, давайте другим оружием. Ну вот, дробашом. А, три удара. Три удара. Ну это... Это более как-то эффективно, что ли, пистолетом, не знаю. Ой-ой-ой, у меня 10 хп. Нехило он меня так... Нехило бьет. Блин, ну, конечно, мощный, но... Он скучный. Я тебе отвечаю.
Так, подхилимся, подхилимся. Да-да-да-да-да-да. Он вот он, своей ультой он что-то вообще ни хера мне не дамажит. А вот ударами. Вот ударами, да, ударами сильно. Так, просто тут еще хп есть. Ебать, сколько всего лежит, да вы посмотрите. Тут и хп, и патроны, которые нахрен здесь не нужны, потому что у меня был маленький запас, и мне его хватило, чтобы дойти до него. Ну ладно, может еще камик, с камик кто-то будет сражаться. Это вот, но это правда реально тупо будет. Два босса за раз, это зашквар, зашквар, я отвечаю. Давай, уходи от них. Или тут два варианта его будет, типа, он призовет еще большего робота, и мы будем сражаться с еще большим роботом, а потом будет Камико. Че, серьезно? Пора завязывать с подобными встречами, или, может, ты хочешь пойти со мной на свидание? В этой дыре нас все равно не поймут. Цинизм! Спасение моральных банкротов! Если тебе была хоть только порядочности... Вот и мои сладенькие клубки. Амиона, что за... Ваша враждебность по отношению друг к другу бессмысленна. Впрочем, могу представить, как это возбуждает. Вот только без психических бредятин. Ваша уверенность в эффективности насилия приглушает вашу способность почувствовать эмоциональную правду вашей ситуации. С вас два козла, с каждого из вас. Похоже, кто-то взломал мамочкину аптечку. Это сигнал общей тревоги. В камеру, где содержалось тело, кто-то проник. О, да, мои адепты преданы. Они были только счастливы одобрительно принять участие в проекте «Надежда». Добровольно. И я уверен, но ты можешь себе представить, как просто мне было взять под контроль все чипы в их головах. В общем, мои... твои люди сейчас освобождают тело. Это звучит неприятно. Ваша борьба друг с другом подходит к концу, и вы наконец сможете поддаться влечению, которое двигало этой борьбой все это время. Влечение? К этому идиоту? А, ну конечно же. Это ведь так естественно испытывать неудержимое притяжение к своей противоположности. Эта энергия является созидающим двигателем всего живого в этой вселенной. От подростковых влюбленностей до черных дыр. Ты что, хоть что-нибудь понимаешь? Радуйтесь же, вам больше не нужно сражаться с тем, кого вы так вожделеете. Объект ваших конфликтов уже недосягаем для вас, и вы не можете оставаться в объятиях друг друга до конца этого мира. Охрана! Охрана! Я тут это, перебил всех твоих охранников. Всех! Я был в ударе. Боюсь, это всего лишь проекция, Орочи. Я сейчас с телом. Через считанные мгновения я сольюсь с существом воедино. Затем я исполню свое предназначение и, наконец, обрету покой. Прощайте, друзья. Пожелайте мне удачи. Годзу, дорогой, ты готов провести ритуал? Это было неловко. Может, отпустишь меня? Сначала поцелуй меня, идиот. Фу! Мы должны добраться до врат. Транспорт может прибыть сюда через пару минут. Я в этом нет необходимости, я знаю способ побыстрее. Отлично, встретимся там. Не делай там сгоряча глупости, пока я не приехал. Кто я? Старый добрый я. Вот, держи. Мы теперь союзники, так что возьми это. Меч, насыщенный вещами технологии ЦИ, в битве с телом, он может сыграть решающую роль. Ах ты добряк, вот это компенсация за то, что я не стал сотрудником месяца? Проваливай! Ах, мне дали меч. Что за меч? А тут можно посмотреть, какой урон у него был. Оружие Орочи. А, вот почему я чесал. Здесь 10% шанс применить исчезновение при ударе специальным приемом.
А тут 100% шанс выполнения приема хлесткий удар при нанесении 100% урона. Враги не могут блокировать атаки. Что? Враги не могут блокировать атаки? Что ж вы мне сразу не сказали? Так, у меня много всякого дерьма. Мне это нужно срочно продать где-то. И собрать все эти патроны. Охренеть их тут. Денежка, мне денежка пригодится. Так, а тут еще что-то. Тут еще что-то лежит, я вижу. Еще что-то. А! Never turn your back on fear. It should always be in front you like a thing. Все равно не переведу, ладно. Насрать. У меня только 1% переводимых фраз, так что не в этот раз. Я даже в рифму сказал. Так, ящичек с денежками. С денежками это хорошо. Еще денежки. О, еще одна печенька. Never try to teach a wank to sight. It should terrible and annoys the rock. Что-то не пытайся учить Венга что-то там десайт. Ух ты ж, блин. Я думаю, наверное... Нет, я это не буду вырезать. Мне не лень. Тут немного всего. Я вот прям, наверное, на минуты две застряну, так что... Мне просто немножко Венглопедия подобрать всего это надо. Да, вырезать я, конечно, там не буду. Так. Тут, по-моему, кроме патронов больше ничего нет. Если посмотреть на карту. Да, вроде ничего не выделяется. Значит, возьмем это. Патроны нам не нужны. Так, это нет, это патроны. И там у нас... Там. Че, меня туда не пустят? Меня туда не пустят. Ну, и, собственно, все. Это уже было. Да слышь, мне и так... Наверное, да нифиг делов. Так, где... кстати... Где моя база? Где моя база? А, я что, все время мог вернуться? Эй, серьезно? Ларри, друг, старый друг. Чем торгуешь? Я тогда сейчас все попродаю. Допустим, вот это попродаю, вот это попродаю. Блин, у меня вообще немного денег, серьезно. Тогда я... Что сделаю? Вот это. Вот это нахер нам это надо. Возможно, использовать сразу две штурмовидовки. Это нам тоже нахер не надо. Эссенция исчезновения, это нам тоже не надо. Давайте я тогда все продам синее. Тогда. Ну да, вот, собственно. 200 тысяч. Ну, нормально. Нормально. Может, у него что есть из пушек? А, нет, вообще ничего не изменилось. И давайте-ка посмотрим. У этого больше, кстати, урон. Смотри-ка ты. 137. Ну, это по-любому электричество ему поставим. Так, 173. Это много на самом деле. Это очень много. 193. 208. Ну, наверное, сойдет. Да, наверное, сойдет. И все. На этом тогда все.
Спасибо за просмотр, ставьте лайки, делитесь со своими друзьями, подписывайтесь на меня в Фейсбуке и в Твиттере, добавляйте друзей ВКонтакте. И всего вам хорошего, ребят. Играйте только в лучшие и крышесносящие, но не такие скучные. Не таких скучных боссов не убивайте. Да. Они того не стоят. Они не стоят вашего времени. Всего хорошего.